Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре ножницы прецизионные от производителя Касадака, моделька FL1110. Поставляются они в простом zip-пакетике, на котором имеется наклейка от F-магазин. Написано, что в размере они 10 см, на сайте в описании идет размер 11 см. Но я думаю, это не существенно. Ножницы выполнены из стали, применяемые для изготовления медицинских инструментов. Они у вас не заржавеют и очень-очень длительное время будут держать заводскую заточку. Размер режущей кромки здесь идет 3 сантиметра. У ножниц большие кольца, очень удобно использовать с различным размером пальцев, как бы это ни странно не звучало, но для меня эти ножницы просто отлично ложатся в руку. Созданы в основном для нахлыстовиков, для вязания мушек. Очень нужный инструмент, сверхострый. С ним легко работать с различной шерстью, вырезать различные перышки. Ну, то есть, это просто находка для тех, кто увлекается вязанием мушек, но и также могут использоваться и для различных других условий. Например, я планирую делать с ними поролоновых рыбок. Очень классно режут поролон, абсолютно легко делать с ним любые формы. Отличная заточка, очень удобно с ними работать и делать различные формы, например, поролоновых рыбок. Но, как я уже сказал, можно работать с различными шерстью, перышками, легко режут любой материал. В данном случае это такая ткань, на которой имеет на себе ворсистую поверхность. И все легко и без проблем режет. Можно использовать для повседневных нужд, то есть даже отрезать какую-нибудь ту же ниточку. Легко с этим справляется. Никаких проблем. Ну и также рыболовная нитка в данном случае идет в диаметре 0,10 мм. Немногие специализированные ножницы с ней справляются. Ну и да, и эти ножницы тоже почему-то не режут ее с первого раза. То ли такая нитка плотная, то ли что. Я с данной ниткой делал обзор на рыболовные ножницы Микадо, которые специализированные, специально сделаны для резки нитки. И они резали точно так же. Попробуем, с кончика вообще не получается. Если брать у основания, то со второго, с третьего раза можно отрезать, и то не так. Ну, то есть данная нитка просто какая-то сверхпрочная. Ну, а с леской, я думаю, вообще никаких проблем здесь не будет. Отрезает, даже не замечаешь, как это происходит. Просто превосходно. Ну, поэтому лучше все же применять их именно для вязания нахлыстовых мушек. Я думаю, что вы останетесь довольны как и удобством, так и остротой заточки данной режущей кромки. Ножницы от производителя Касадака FL1110. На этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.